Миконский район продолжает оправдывать звание полюса холода. Уже не первый день для сельских школьников там отменяют занятия. Актированные дни объявляют в связи с низкими температурами воздуха. По информации единой диспетчерской службы района, сегодня в селе Сарданох минус 57 градусов. В поселке Артык, что в 130 километрах от райцентра в сторону Магадана, минус 55. В Тамторе, Ючигее, Аймиконе минус 52. Завтра в селе Аймикон пройдут мероприятия в рамках событийного тура «Зима начинается с Якутии». Придется гостям одеться потеплее. В райцентре поселке Уснера значительно теплее, всего минус 44. Работы по восстановлению сетей напорной канализации и КНС продолжаются. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специально для НВК «Саха» из Уснеры Светлана Поцелуева.